В том числе и общественники отметили в мэрии, во время мундиаля отвечали за создание атмосферы гостеприимства. Гости нашего города, иностранные гости, ходили и по прибрежной части, и по городской черте, в том числе посещали микрорайоны наших городских, где живут, и все положительно отмечают, насколько чист, ухожен и, скажем так, радушен наш сочинский житель. От благодарности перешли к рабочим моментам. В повестке дня координационного совещания сразу несколько вопросов. В их числе назначение и выплата пенсий, реализация федеральной программы по переходу на цифровое вещание. Также обсудили новые полномочия общественников по осуществлению регионального жилищного надзора и лицензированного контроля. Иными словами, теперь ТОСы могут проводить собственные проверки по содержанию жилого фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также контролировать работу управляющих компаний. Как выполняют свои обязанности управляющие компании? Добросовестно ли? Какие у них проблемы? Есть объективные причины, например, тариф низкий выбрали и не хватает на оплату дворников и так далее. Есть субъективные причины, где управляющая компания недобросовестно к этому относится. Такой контроль со стороны общественников, уверены ТОСы, поможет навести порядок в спальных районах, дворах многоквартирных домов и работе управляющих компаний.